солнечной погоды. Замечательная погода стоит. С утра солнышко вышло. Ночью шел дождик. Вчера он ночью начался с ночи. И вот до сих пор вот шел ночью. Сейчас, правда, вот подсохло, все это высохло. В деревне кое-где местами лежит снег. И сегодня у нас 25 апреля 2018 года. В данный момент я сейчас вот заведу трактор Т-25, зацеплю тележку и буду снова заниматься вывозкой навоза. Я уже здесь каждый день два дня подряд вожу, в день по две тележки. Но сегодня, я так думаю, на тележку одну только вывезу. Сгружу навоз, вывожу, держу овечек, потому у овечек накопилось много навоза. Всю зиму я у них не чистил, очень много накопилось. Так, сегодня была теплая ночь, не подморозило, тепло. Сегодня я не буду подзаряжать аккумулятор, аккумуляторную батарею на этом тракторе. И попытаюсь завести трактор без подзарядки. Вот так. Что у нас получится? Смотрите. Так, детки, слава, все хорошо. Сейчас засыплю тележку, затолкаю ее задом и буду грузить. Так, сейчас прервусь на короткую паузу и буду цеплять все. Давайте, давайте, давайте. Фронт работы обозначен. Грузим сегодня еще одну тележку. Так, вот ведра в эти в тазики даем. Даю отрубей. Ладно, прервемся на паузу. Так, друзья мои, эпопея моя с навозом закончена. Догрузил я сегодня навоз. Третья тележка вот. Так вот, догрузил, вычистил здесь у овечек все. Потому что на неделе надо будет стричь овечек. Раньше мы стригли после 9-го. Но, может быть, сейчас будем стричь. Выходные будут дни. Вот так вот. Постригать надо у себя, у родителей. Вот тут вот подытывалось. Вот. Так что вот так вот. Что у нас? Вчера две тележки отсюда я вывез. Сегодня три, пять. И до этого еще. И до этого я сколько? Три или две вывозил. Три дня. Всю зиму я здесь не чистил. Здесь такое вот пространство. Вот топтали хорошо. Серут топчут. Ну вот так вот. Так. Сейчас покажу, вот так вот такая вот
у нас получилось. Тут вот кормушку поставил, буду сыпать. Здесь стекло стоит. Здесь вот такая тоже насыпаем, насыпаю отрубей. И здесь сюда сено. Здесь вот все дошло до пола. Вот маленькое место, пространство для них с одной стороны. Ну вот так, навоз вот, можете видеть, черта такая белая, как ватерлиния. Столько было навоза. В принципе, его всегда так бывает. Раньше зимой чистил, сейчас что-то зимой перестал. Ну вот такая вот тележка. Полунагруженная, полуненагруженная. Так вот. Так, сейчас. На тракторе поедем. Будем вывозить. Так вот. Ну вот такая вот система навоза удаления. Так, на эту. Так, да, сейчас тележку вывалю, возьму с собой камеру и покажу ледоход, как лед у нас идет. В Омске, ты же говорят, уже прошел, ну а у нас старый.